Пляжи Барселоны по-прежнему полны туристов. Масштабные протесты в каталонской столице не смогли отпугнуть отдыхающих. Каталонцы выступают против запрета со стороны властей Испании на проведение референдума о независимости автономной области. Голосование намечено на 1 октября. Мы боялись агрессии, но они кажутся довольно мирными. Мы не знаем всех подробностей. Похоже, они просто хотят справедливых налогов, и, по-моему, это нормально. Я родом из Квебека, поэтому им симпатизирую. Мы тоже поддерживаем политическую независимость. Правда, я не знаю местной ситуации, однако хочется поддержать их стремление к независимости. Кое-кто все же боится, что протесты перерастут в стычки. Люди выражают свое мнение, но я считаю, что они должны поддерживать общественный порядок и не должны делать ничего радикального. Закон о проведении референдума ранее одобрил парламент Каталонии, однако власти Испании считают плебисцит нелегитимным. В последние недели они делают все возможное, чтобы референдум не состоялся, что и вызвало массовые демонстрации. Каталония и раньше неоднократно пыталась восстановить свою независимость от Испании. Сейчас за выход из королевства выступают более 40% каталонцев.